По поводу, ну да, расскажу вначале то, что по поводу вот этих куличей скандально известных. Кстати, известных и многим православным священникам, но многие говорят так, все-таки сейчас уже как бы мы в это не вкладываем такой смысл магический, сейчас мы имеем в виду все-таки значит, ну, Христа, как бы, значит, там, христианство. И говорят, в принципе, какая разница, значит, там, маца или, значит, там, или кулич. Но понимаете ли, у меня было так в моей жизни, я об этом рассказываю и священникам, и прихожанам православным, и у себя в церкви это рассказываю, и в гостях. Раньше я ел куличи, как бы себе в ус не дул, как бы, как-то и положено. Но знаете ли, однажды, когда уже Писание вернулось в мою жизнь, и я всю историю христианства для себя стал пересматривать именно через Писание, не через предание какие-то, да, а через Писание. И когда мне все по-другому стало вдруг видеться, то, знаете ли, мне было жутко. Мне было жутко того, что я часть такой какой-то дьявольской системы, и я не хочу быть частью этой. Я не для того, знаете ли, ну, к Богу пришел, чтобы быть частью, заложником каких-то демонических этих структур. Ни в коем разе. И мне как обрезало сразу, значит, вот я не хотел, даже пришла Пасха очередная, наступила Пасха, и опять эти везде продаются куличи. Мне, знаете, как аж отторжение какое-то, пренебрежение. Ну, я не могу есть это все. Как, понимаете ли, когда не знал, ел, но как узнал, мне все это просто стало неприятным даже. Жена еще, как бы моя супруга, она по первости еще ела, еще, значит, с детишками, значит, ну, как бы все-таки, ну, не будь таким, как бы, фанатиком, может быть, она говорила порой. А потом тоже, ну, все-таки, да, оно, как бы, не наше. Не наше, не идет, и все. Как бы, вот, до Пасхи еще, может, после Пасхи, может, еще поедим такие куличи, если они будут в продаже. Вот, ну, как хлеб, допустим, просто сдобы. Но вот именно, как булочка, да, вкусно, да, особенно цыганские эти вот куличи, там, я знаю, они так вкусно готовят, там, всякими черносливами, всякими там добавляют много всего. Вот, значит, но меня угощали много раз цыгане этими куличами своими, там, вкусно готовят. Но, знаете ли, все равно, до Пасхи, после Пасхи, но во время Пасхи меня просто, ну, не знаю, оно мне надо, быть частью вот этой системы какой-то, я лучше со спокойной совестью мацу себе буду жевать, значит, зато, значит, спи спокойно, знаете ли, значит, я знаю, что в согласии со Словом Божьим, и мне нормально, и людям хорошо. А зачем напрягать так совесть, знаете ли? Тем более, что совесть имеет свойство сгорать. Знаете ли, если часто ее тереть, так вот, значит, и значит, ее значит, вот так вот отодвигать в сторону, она может быть прожженной стать однажды. Тем более, в религии это вообще очень страшно. И вот, знаете ли что? Вот те самые распоряжения антисемитские по поводу куличей, допустим, да, ну еще других еще традиций, но в основном куличи. Даже само причастие, слушайте, причастие раньше на Востоке делали, как и на Западе, везде, значит, ну, опресноки были. Христиане причащались так вот, ну, испокон веков, как бы, 5 столетий целых, ну, как бы, и никому не казалось это чем-то таким крамольным, то есть, ну, это было традиционно. Но что произошло? Феодора приказала даже причастие делать на квасном хлебе. Такие мини-куличики испекать. Ну, пресс, ну, не пресно, а минимум там всего должно быть мука, вода, там, значит, все, но все равно дрожжи, закваска. Так называемые просфоры или просфирки, как сегодня называют. Это все с тех пор, как бы, значит, детище тех печальных времен. И, понимаете ли, она приказала причастие везде по всей империи делать на дрожжевом теперь хлебе, значит, на квасном. Опять-таки, те служители, что отказывались, они подвергались репрессиям. И те христиане, что отказывались, они подвергались смертной казни. То есть, если ты не причащался, а раньше так было, ты был обязан. А если ты в течение года, ты даже менее, по-моему, полугода, если в течение полугода, если ты не причащался, то тебя могли привлечь к уголовной ответственности за все это. То есть это была добровольно-принудительная система, государственная система. Ну, даже, да что говорить про Древнюю Византию, если, допустим, даже царская Россия, начало 20-го столетия уже, казалось бы, да, события перед революцией 5-го года. Я читал это и в заметках, и в настольной книге священно-церковного служителя, и в публикациях тех лет епархиальных управлений издания, что каждый рабочий фабричный, допустим, питерский, был обязан, значит, в год минимум туда себе на фабрику принести от священника справку о причастии, что он был на исповеди и был у причастия. Если справки не приносил, его увольняли, а притом увольняли так, что больше его никуда не принимали бы, этого рабочего. То есть, как бы, он был обязан, поэтому большинство рабочих, они, как бы, ну, формально православные, но они должны были приходить на исповедь и
и на причастие, значит, потому что этого требовали правила такие, дореволюционные правила, обязательные были. А если он отказывался, его увольняли, и больше он не мог значит, нигде устроиться нормально на работу, только самая низкооплачиваемая работа. Но и там могло все повториться, опять-таки. Хорошо, на Западе, когда узнали об этих приказах Феодора и Юстиниана, просто-напросто людей охватила паника. В отличие от Востока, на Западе было меньше власти у Юстиниана там. Как бы формально была, но реально уже мало было власти там у него. И этим воспользовались церковнослужители как раз тогда же. Они отказались это исполнять, эти приказы. Но они не рассчитывали на просто именно грубую силу Юстиниана. Они не рассчитывали, что зайдет все так слишком далеко. А зашло таки. Юстиниан собирает армию против своих же подданных, западных христиан, собирают армию, корабли, армию грузят на корабли, и десант этот едет в Италию, чтобы разгромить Западную Европу, за то, что, представьте, насадить силу меча, значит, за то, что они отказались причаться на квасном и отказались есть на Пасху куличи. А по-прежнему едят, значит, на причастие, значит, именно опресники. Кстати, до сих пор католическая церковь причащается на опресниках. Эта традиция сохранилась у них до сих пор. И, да. Ну, говорят, это не основная причина, но, может быть, одна из причин, но не основных даже причин. Там есть причины другие, такие обрядово-богослужебные, вероучительные даже. Это, может, попозже тоже могу ответить на вопрос. Вообще, друзья мои, на Западной Европе, в Западной Европе тогда люди молились и постились по поводу всего этого происшествия. Папа Римский, кардиналы объявили пост и молитву повсеместную, потому что смерть ждала многих-многих христиан там. И вот Бог ответил тогда, помиловал Западную Европу. Корабли не достигли Рима. Разыгрался шторм, и весь флот потонул фактически. Вся армия оказалась на дне моря Средиземного. В общем-то, а новые армии собрать Юстиниан так до самой смерти своей и не смог, чтобы усмирить Западную Европу. В общем-то, этот случай повлиял на историю не только христианства и иудаизма, а вообще на историю мировую, потому что Западная Европа стала развиваться уже более самостоятельно в то время, именно с этого эпизода. Казалось бы, незначительная разница была тогда, лишь вот в этом хлебе, может быть, в чем-то еще, в некоторых обрядах, но разница уже наметилась. И еще, то есть вы запомнили этот эпизод, да? Еще, очень важный момент. Юстиниан и Феодора, они привнесли целый пакет ересей, заблуждений. Я назову лишь самое такое из вероучений, самое великое заблуждение, которое они принесли. Это так называемый догмат об апостольской правопреемственности. Догмат об апостольской правопреемственности. Запишите, пожалуйста. Это очень важно. Догмат об апостольской правопреемственности. Что это такое? Есть иллюстрации такие догматы, очень интересные. Значит, я могу вкратце объяснить этот догмат следующим образом, что говорится в этом догмате так, что Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, вот тот праздник самый Шавуот, последний, получается, праздник Шавуот Ветхого Завета, уже первый, уже Нового Завета, да, сошел на апостолов, на 12. Иногда пишется на 13, потому что еще в центре этой картины рисуется сама Мария, как председательница этого собрания апостолов. Уже изначально, уже ложь, да? Потому что дух сошел на человек 120, мы знаем. И там были мужчины и женщины, и среди них, да, была Мария, были апостолы. Но согласно догмату, дух святой сошел на 12 или же 13, значит, человек, 12 апостолов и Марию. Значит, иконы об этом также говорят, и догмат об этом говорит также. И вот, дальше, согласно этому догмату, лишь над этими людьми, 13 или 12, были языки огненные, и Дух Святой почил на них, и они стали
значит, как бы, ну, каноничными, что ли. Эти епископы, эти апостолы рукополагали себе преемников, рукополагали епископов. Те епископы рукополагали дальше епископов. И вот получилась такая цепочка, непрерывная цепочка. И что якобы Дух Святой теперь, он как заложник этой системы непрерывных руковозложений, рукоположений. И что он только лишь через эту цепочку передается. И кто не в этой цепочке, тот не имеет вот благодати священства, как говорится. Это ересь, откровенная ересь. Она не была знакома христианам первых 5 столетий, но в 6 столетии она, эта ересь обнаружилась. И до сих пор, знаете ли, вот эти споры о родословных, они просто лихорадят католическую и православную церкви. У протестантов они очень редкие, эти догматы. Протестантские церкви, наверное, только лишь вот эти вот старые, епископальная церковь, допустим, англиканская церковь имеют вот эти споры некоторые тоже о родословных, но остальные протестанты, ну еще может 2-3 назвать таких деноминаций, небольшие такие конфессии протестантские, где есть тоже правопреемство, а у лютеран нет, у них нету в принципе, у них нет догмата такого, по крайней мере. Так вот, у протестантов, как правило, нет такого учения. И слава Богу, что нет. Знаете ли, потому что проще жить так и Богу служить, чем припираться с этими родословными. Но я, допустим, был рукоположен в 91 году в священнике, и я был очень рад тогда, что меня рукоположили вот эти вот, меня рукоположил епископ, архиепископ Симон Рязанский, Касимовский, его рукополагали другие епископы, того, тех, другие епископы, и так до времени первого века я мог бы, как бы, я предполагал так, свою родословную довести. И это давало мне такую уверенность, такую, знаете ли, где-то мне так это все согревало сердце, что теперь и Дух Святой теперь и на мне, а теперь я тоже в этой цепи, я не буду слабым звеном, я буду в этой цепочке. Правда, я не имел права рукополагать, я был священником, но все остальное я мог делать. И, допустим, согласно этому учению, только лишь те, кто в этой цепочке, и составляют церковь, иерархию церковную. Вне этой цепочки нет спасения, вне этой цепочки нет церкви, вне этой цепочки нет вообще ничего. Ни крещения, ничего. Допустим, нет даже надежды на спасение, согласно этому догмату, нет вне этой цепочки. Поэтому, понимаете ли, разговаривая с грамотными православными традиционалистами или священниками традиционалистами православными, вы порой говорите на разных языках, потому что он изначально подразумевает, ваш собеседник, что, значит, у вас нет никакого шанса вообще на спасение, и вы, и звать вас никак вообще, вы даже не христиане, согласно вот этому догмату. Поэтому, допустим, вы говорите с позиции Библии, вы говорите на разных языках, даже говоря об одних и тех же вещах, вы будете в непонимании совершенном, то есть изначально уже будет непонимание. Поэтому я вам предлагаю сейчас понять вот вашего собеседника, традиционалиста. Допустим, если считается, что по православному учению традиционному, что Дух Святой, он сходит в момент рукоположения, прочтение определенной молитвы, и независимо от личных качеств рукополагающего, рукополагаемого, он сходит, и он становится, значит, ну, он будет в этом человеке, что ли, получается, и в его служении. И почему говорится о независимо от личных качеств? Потому что, чтобы не было споров на приходах, на местах, допустим, люди же видят, что их, допустим, батюшка пьяница, да, или их епископ там блудник, но чтобы они не думали, что у него нет Духа Святого. Поэтому говорится, что независимо от того, кто он вообще, какой он ведет аморальный или моральный образ жизни, верит он или не верит вообще, является он атеистом в рясе или же он глубоко верующий человек. Независимо от всего этого, сам факт юридически состоялся, руки положили, помолились, прочитали эту молитву, аминь, все, Дух Святой уже в нем. В Ленинграде, я помню, попал в семинарии, в академию заглянул как раз, попал на лекцию. В начале 88-го это было все. И как раз кто-то вопрос задавал по поводу, значит, вот этого догмата, а мне он очень тогда очень понравился, я помню. Значит, что, значит, чего греха таить, были такие личности, и тогда тоже, значит, такие скользкие, там, допустим, в семинарии одного там архиепископа, традиционного, понятное дело, русского. Его дразнили, ну, сами студенты, сами семинаристы, называли архиепископом Содомским и Гоморским.
Вот, значит, он потому что, ну, понятно, вел образ жизни такой, да, значит, и он не рукополагал даже никого перед тем, как не переспал с ним, значит, с этим сценаристом, значит, и когда он там, значит, там кричал с кафедры, что я имел всю епархию, значит, он буквально имел в виду ее, значит, то есть, как бы, значит, и понимаете ли, и вел образ жизни разгульный, пьянство, значит, притом люди это видели, даже не только священники, а простые люди это видели, писали жалобы всякие, а бесполезно, потому что он имел, ну, как бы, он к патриарху заходил, ногой дверь открывал. Значит, то есть, как бы, ну, как бы известный был человек такой был в русской церкви православной, потом был митрополитом, потом был членом синода священного, так и скончался весь в орденах, медалях, значит, там, и я не знаю, покаялся ли этот человек перед смертью, но, по крайней мере, вот семинаристы вот так его называли, и как бы его имя не назвали, но я понял, что о нем, наверное, вопрос-то. Вот, значит, так и так, вот если епископ, значит, вот такой, значит, там, гомосексуалист, значит, там, значит, и такой вообще непутевый человек, то как же на нем Дух Святой будет? И профессор там сказал примерно так, что, знаете ли, независимо от личных качеств, это как бы, но он просто сам не воспользуется Духом Святым, но он будет передатчиком Духа Святого. Допустим, он сравнил это с консервами, которые не открыты. То есть, как бы, он имел консерву, но сам не открыл ее, а передал дальше эту баночку. То есть, как бы, значит, а другой кто-то откроет, кто достойный. Бред. Представьте, Духа Святого представить в виде какой-то энергетики. То есть, не личностный какой-то Дух Святой, да, а безличностный. Просто энергия, просто какая-то сила, которая стала вдруг, знаете, поймали мы молнию и сделали ее заложницей, значит, наших криминальных этих структур религиозных. Ну, не знаю, но сегодня я скажу, я не могу верить в эту веру. Это ужасно, верить вот так вот. О самой великой личности во Вселенной, да, значит, присутствующей здесь, говорить вот таким образом, это уже где-то на грани хулы на Святого Духа. Это личность есть, это не является... Века можно общение иметь с энергией, с электричеством, да. Попробуй пообщайся с розеткой, значит, да, значит, воткни пальчики. Вот, покажу тебе, да, такая... сила. Но Дух Святой – личность, и невозможно Духа Святого заставить дышать, куда он не хочет дышать. Дыши, не дыши, дыши, не дыши, дыши, не дыши. Он дышит, где хочет. И поэтому это учение ничего общего не имеет, конечно, с реальной жизнью вообще, с духовной жизнью. Это очень страшное учение. И оно как раз в те времена и было провозглашаемо. Но это учение позволяет с самого начала, с 6 столетия и до сегодняшнего дня, оно приносит расколы в христианское братство на как бы каноничных христиан и неканоничных, на духовных как бы, и бездуховных. Как бы. И позволяет, благодаря этому расколу, значит, разделяй и властвуй. И ничего доброго не получается из-за этого. Это учение является ложным, вкратце можно обозначить так. Почему оно ложное? Первое, номер один, пункт один. Библия, напишите. Три пункта. Первое – Библия, второе – история, третье – жизнь. Я сейчас расшифрую. Первое – Библия, второе – история, третье – жизнь. Почему Библия? Потому что в Слове Божьем нет такого учения. Что касается темы спасения, эта тема в Библии очень широко раскрыта, глубоко раскрыта. Это главная тема всей Библии. И поэтому, если бы для спасения важно было бы вот эта вот непрерывная цепочка рукоположений, то оно было бы обозначено в Писании. Потом другие библейские учения, значит, сотериологию назвал, допустим, экклезиология, да, учение о церкви. Что такое церковь? В Библии говорится о рукоположениях, но не говорится о цепочках этих непрерывных. А если бы это было бы архиважным моментом в этом учении о церкви, то обязательно апостолы и не раз, и не два это высказали бы. Да, друзья мои, здесь все ясно. Яснее дня ясного. И если бы, допустим, говорить среди евангельских мыслящих, библейских мыслящих христиан, то дальше можно уже и не говорить ничего. Но вся беда в том, что для большинства подавляющего православных христиан Библия не является книгой вероучительной. Вот в чем проблема. Для подавляющего большинства православных христиан и священнослужителей Библия является книгой богослужебной, обрядовой, церемониальной, но не вероучительной. Кстати, если возьмете традиционную еврейскую литургию и сравните ее с традиционным обрядом богослужения, да, литургии православной, очень много схожего. Я когда впервые побывал на литургии еврейской в синагоге, я удивился, как много до боли знакомых моментов. Также Тору красиво выносят, также прикасаются к ней, также обносят ее с пением, преклонением. Конфликт
внешнее почтение очень сильное перед словом и внутреннее отторжение от слова. Внутреннее непринятие. Это конфликт, удивительный конфликт. В православии то же самое. Внешнее небывалое почтение к слову. Его целуют, его ставят, значит, на Евангелие на налой, преклоняются, целуют. Протодиакон открывает и поет там «Во время гона Иисуса из Иерусалима». Все, люди преклоняются, о, мурашки по коже у бабушек. А что он поет? И он сам не знает вообще-то. Значит, как правило, за редким исключением, не вникая в то, что читает, просто на автопилоте прочитал, значит, и все. Как Марцинковский, опять-таки, с матросами революционными, когда общался, он их пытался устыдить, ну, это было небезопасно, конечно, но он пытался это сделать и сказал им, ну, ведь все-таки вы же христиане, вы же православные, вы же в церковь ходили, те говорят, ну, да, да, господин, да, ходили, вы же Евангелие как-то слышали, читали, нет, мы, говорит, его не читали, мы его целовали, говорит. Но вера не от целования Библии, а от слышания Слова Божьего. И вот, друзья мои, первый пункт Библия. Первый пункт Библия. Второе. История. Исторически однозначно эта ересь разоблачается. Потому что первых 5 столетий этого учения не было. Эта доктрина не существовала в христианстве. И однако же церковь нормально себя существовала. Нормально себя развивалась. Хотя... Учебники по истории, учебники православные, католические, даже в большей степени еще, пестрят десятками цитат из Иринея, того же Леонского, других ранних отцов, более поздних отцов. Откуда эти цитаты? И что это такое? Как не историческое указание, что это якобы учение было раньше, изначально христианским, 2-го, 3-го столетия, 4-го столетия. Друзья мои, во-первых, эти цитаты, они вырваны из контекста. Они показаны таким образом, что человек, семинарист, будущий священник, прочитав их, скажет, о, так на самом деле, Ириней пишет о епископах, которые были до него, мол, о тех не знаем, кто поставил. Я скажу больше того. Во-первых, вырваны из контекста. Во-вторых, потому что в контексте Ириней, тот же самый Леонский, имел в виду тех, кто рукоположен до него был на этом, в этом городе, допустим, в этой стране трудился. Назвать этих епископов, допустим, значит, было нормальным. Но он никогда не говорил, что это есть теперь гарантия, что на мне есть Дух Святой. Он не говорил никогда, что теперь я в этой цепочке, и я передам эту цепочку дальше. Учения такого не было. Оно с потолка взято, из пальца высосано. И вообще это откровеннейшая ересь. До 6 столетия. И для чего исторически, коль затронул тему, исторически для чего оно нужно? Кому это надо было все? Это на руку было всевозможным прохиндеям. Это было на руку тому же самому Юстиниану и Феодоре. Для чего? Чтобы ликвидировать всякую политическую и религиозную оппозицию в их государстве. Просто-напросто, в 4 столетии, помните, я сказал, да, что была легализация христианства, христианство стало государственной религией, но я не все же рассказал вам еще. Я же, просто мало было времени. Но не все христианство легализовалось, во-первых. Не все христианство было цезарепаписским. Было еще, можно назвать так, нерегистрированное братство, что ли. Были христианские церкви, даже союзы церквей, которые были вне этой системы. Временами их прижимали, временами они пользовались нормальными льготами даже, строили свои здания, свои храмы. Это были очень разные церкви, начиная от арианских, печально известных, к сожалению, заканчивая там македонянами, там, значит, донатистами в Африке. Это последователи Доната Великого, который не пошел на сговор с властями в начале 4 столетия с Константином Великим. То есть, как бы, были очень разные течения. О них, об их учениях мы очень мало знаем вообще. Как правило, лишь упоминания, что вот были такие. Но они существовали и строили свои храмы, и распространялись каким-то образом. Правда, они не имели никаких льгот. Наоборот, одни проблемы в государстве. С них брали все налоги, как с язычников. Значит, их не принимали на должности государственные, на образование не имели права никакого, то есть много ущемлений было в правах, но они существовали, эти церкви. Так вот, Юстиниан одним росчерком пера решил ликвидировать эту религиозную оппозицию. И просто-напросто догмат был очень нужен ему. Почему он возник-то, собственно? Чтобы их ликвидировать. И было объявлено, что все церкви обязаны в кратчайшее время предоставить всю документацию о рукоположениях, кто их рукополагал, когда. Понятное дело, что у государственной церкви были все там архивы, все было в наличии.
У этих христиан, как правило, из-за тем более гонений частых на их со стороны властей, не было не то что документации, за редким исключением не было даже никаких там каких-то исторических там зарисовок своих там прочее. Поэтому они все автоматически лишали всех статусов, как иудаизм, храмов, имущества, всего конфискация была. И они должны были либо примкнуть к официальной церкви, либо казнь. И поэтому Юстиниан использовал этот догмат для раскола христианства и для ликвидации евангельски мыслящих и недущих на поклон к нему христиан. Господа, до сих пор этот догмат ничего доброго не приносит. Он не приносил за все эти столетия ничего доброго и сегодня не приносит ничего доброго, а лишь является инструментом преследований, давлений, инструментом превосходств всевозможных и поводом к разделениям в христианстве и поводом к преследованию других христиан, которые вне этой системы. Это история. Первая Библия, вторая история, третья жизнь. Сама жизнь показывает нам, точки над «и» расставляет. Иисус говорил, собирает ли стерновника виноград или серепенника смоквы. Нет, дерево доброе приносит плоды добрые, худое приносит худые. Какие плоды принесло это учение? Худые, ничего доброго. Даже хорошо, не было это в Библии. Ладно, я понимаю, в разных церквях, во всех церквях есть какие-то вещи, которых нет в Библии. Хорошо, исторически не было. Нет проблем, все течет, изменяется, многие новые вещи появляются. Но сама жизнь показывает нам что-то ложное, догмат. Сама жизнь является свидетелем против этого догмата. И больше того, скажу, можно назвать сотни служителей, которые как бы в этой цепочке и грудь, как говорится, выставляются и говорят, вот на нас Дух Святой, мы как бы хранители Духа Святого, мы благодатные, мы каноничные, в грудь бьют себя, а ничего, никакого Духа Святого не являют в своей жизни, плодов нету. И с другой стороны, сотни есть служителей, которые не ходят, не кичатся своими родословными, знаете ли, не говорят, что вот мы теперь хранилище Духа Святого, но являют в своей жизни Духа Святого. И как ни странно, вот брать нашу жизнь современную, допустим, да, именно большая часть тех, кто не кичится, являет Духа Святого. А те, кто кичится как раз Духом Святым, ничегошники не являют, как правило. Это, думаю, непростое совпадение вообще. Духа Святого не обманешь, вокруг пальца не проведешь. Да, друзья мои. Ну, хорошо, о тех временах уже достаточно. Завтра я еще кое-что расскажу из истории христианства и истории христианского антисемитизма, как мы дошли до жизни такой. Ну, а сейчас хочу ответить на вопросы. Здесь вопрос. Скажите, пожалуйста, а правда, что РПЦ в какой-то мере работает на спецслужбы? Если да, то что вы могли бы прокомментировать по этому вопросу? РПЦ именно, да? Но не реформаторская православная церковь. Нет, я имею в виду РПЦ. Мы пишемся УРПЦ, Украинская реформаторская православная церковь. А РПЦ, это имеется в виду Русская православная церковь. Русская православная церковь работает во многом и работала на КГБ, на ФСБ. Дело в том, что РПЦ создавалась в 1943-46 годах при Сталине. И в основном тогда костяком ее было, значит, были ветераны НКВД. Значит, это исторический факт. И как бы начиная с тех пор, к сожалению, вот все наперекосяк. Ну, вот даже вот вашего покорного слугу тоже вербовали, допустим, в 91-м году, когда я стал священником, буквально в первый же месяц, может даже полтора не прошло месяца, как уже меня вербовали КГБ, значит, тогда все разваливалось, как раз был путч такой, меня рукополагали сразу как раз во время путча, значит, этого в Москве, происшедшего в Рязани, и там было не до там, каких-то священников, может быть, но через месяца два, наверное, я думаю, прошу после путча, и меня, после моего рукоположения, меня вербовало КГБ, значит, как и других всех священников, и хотя уже тогда, 92-й год, потом 94-й год, контроль ослаб. И в семинарию, допустим, в 88-м году, когда подавал документы в семинарию, тоже вербовали. Тоже, значит, надо было писать заявление в КГБ, значит, и стучать на ближнего своего, пока ближний этого не постучал на тебя, значит. И в семинарии говорят стучащему, отворяют. Вот, значит, и там много таких приколов. И надо было писать каждый месяц отчеты.
куда ходили, с кем говорили, значит, и прочее. Но на лекциях в семинаре говорилось, допустим, о моральном облике советского священнослужителя, значит, там, что советская родина в опасности, что мировой империализм там, и прочее, прочее, что агенты его, всевозможные протестанты, значит, там, они, значит, там, разваливают нашу родину советскую, нужно быть бдительным там, и прочее, стучать. И все это говорилось, значит, на лекциях. На исповеди надо было узнавать кое-что тоже от некоторых лиц, допустим, которые... ну, могли кое-что знать. И, в общем-то, к сожалению, после 94-го, даже, наверное, по 95-го года контроль спецслужб российских стал снова, значит, на прежнем, даже еще более жесткий, чем был в 80-е годы, потому что даже на заочном отделении сейчас учиться в семинаре невозможно без вербовки ФСБ, значит, или без рекомендации ФСБ. Поэтому... не то чтобы в ФСБ все дураки сидят, значит, там, или негодяи. Нет, там есть и порядочные люди, конечно же. И мой дедушка был чекистом, и я знаю, что многие есть офицеры, там, порядочные люди, которые хотят именно что-то хорошее сделать. Это я знаю, как бы не понаслышке. Допустим, мой дедушка, он верил очень сильно, верил, что можно, значит, ну, во благо делать. Даже некоторые вещи, может, не очень хорошие, но во благо, как бы, общества всего. Но, знаете ли, я скажу, что в целом система-то, она гнилая, изнутри, духовно гнилая система. И проблема в том, что церковь русская православная пошла вот на значит, сговор такой с дьяволом, что ли. Это ужасно, конечно. Но сегодня, в принципе, ФСБ вербует священников еще почему? Потому что в страны, допустим, в США, значит, сегодня много священников едет на работу с России, значит, православных священников. И как бы мы знаем сегодня уже, что Россия имеет ну, планами подготовку к войне большой сейчас, значит, и в том числе в США, значит, очень много агентов засылается в ФСБ сегодня, спецслужб других разных всевозможных. В разных штатах, от Аляски до Флориды я встречал много очень интересных вещей, я просто будет нет времени рассказывать все это. Но много там кровушки тоже попили с нашей миграцией эти товарищи компетентные. Но, знаете ли, многие запуганы так, что не высовываются вообще в свободном мире, но как бы те говорят обычно, у нас руки длинные и прочее. И тем более пользуются тем, что многие наши русские там, значит, английский не учат, значит, не знают, значит, и, в общем-то, на крючке очень плотно сидят. Ну, чего стоит вот это так называемое воссоединение, допустим, РПЦ и РПЦЗ. Это уже, ну, конкретно такая кремлевская такая затея ФСБшная. И обидно, что священники многие, даже если они и захотят покаяться, ну, не в этих вещах вообще, покаяться, стать евангельски мыслящими, они на крючке сидят. И ФСБ, я знаю это не понаслышке, заинтересована в греховности священнослужителей, моральной нечистоте. Почему? Потому что, допустим, священниками или митрополитами-гомосеками ими проще руководить, манипулировать. Не говоря уже про их деградированный уже, как правило, ум уже, женственный и такой, знаете ли, вот, манипуляционный. Но я скажу, что сама вот эта боязнь огласки этих вещей, она уже держит их на крючке. Да, даже в этом. Тем более, что много наличных денег без всякой расписки переходят из епархии в епархию. Мне доводилось чемоданами, допустим, наличку возить, значит, ну, очень серьезную. Человек за всю жизнь только не заработает. Но где гарантия, что, значит, ты не спрыгнешь куда-нибудь там, не сойдешь на другой станции вообще и не исчезнешь где-то. Вот система во многом демоническая, к сожалению, современная православная. Но реформацию я верю, я вам расскажу. Вот вам кажется, завтра еще другие вещи расскажу, еще больше волосы поднимутся у вас. Но при всем при том, я верю в реформацию православной церкви. Невероятно, но факт. А почему? А вот потому. Когда вы монашествовали, что подпитывало вас оставаться в монахах? И я не монашествовал, я не был монахом, я собирался быть монахом, я жил в монастыре, но я не принимал монашеский постриг. А подпитывало меня вот именно стремление быть монахом, вот именно желание, не, внутри, все-таки глубоко, если разобраться, по сути, я хотел служить Богу. То есть вот отбросить все остальные там эти, все эти, то, что зачитывался там житиями святых, там, значит, там, значит, монахов, там что-то еще. Вот глобально первое у меня, как и у многих молодых людей, именно желание служить Богу было так вот. Духовные переживания, да, были, конечно. Мои первые духовные переживания, первое вообще обращение к Богу было в раннем возрасте.
в 13 лет неполных, когда я переживал смерть клиническую вот, от воспаления легких, двусторонняя пневмония, клиническая смерть. И мое первое обращение к Богу было. И с тех пор я, вот с 13 лет, я не мог себе представить что-то другое, как только служение Богу. И кому интересно будет, я могу поделиться этим видеоматериалом своего свидетельства. Значит, есть записи, ну не с собой, могу завтра принести, можете перебросить себе на компьютер. Вот, у меня только один диск остался просто. В Риге в церкви нового поколения проповедовал. Пастор Алексей Ледяев, один из моих духовных отцов, я очень уважаю этого человека и просто рад, что Бог мне дал вот такого мудрого наставника во многих вопросах веры, вот моей жизни христианской. И знаете ли, и скажу, что тогда Алексей, пастор Алексей попросил даже не проповедовать в тот день, а говорит, вот именно ты не проповедуй сегодня, а именно расскажи вот о своей жизни, что Бог сделал в твоей жизни. И эта запись получилась очень хорошей, интересной такой, насыщенной. Я смог поделиться как раз этим переживанием, и слава Богу. Пастор Алексей говорил даже, что как будто в кино сходил. Да. Так. Как вы понимаете, место Писания Луки, да, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца, свою матерь и жены, и детей, и братьев, и сестры, и при том самой жизни своей. Да. Многие монахи ставят это место как основу объяснения правильности своего образа жизни. Как можно объяснить, грамотно объяснить человеку, подумающему об отшельнической монашеской жизни, что не об этом здесь говорил Иисус и Иешуа. Знаете ли, очень сложно донести, потому что люди все-таки, даже из Библии, что знают религиозные, они знают это под своим как бы соусом, знают в своей интерпретации. И понимаете ли, само другое толкование даже, оно как бы крамольным видится для, значит, человека такого. И можно по-разному объяснить. Можно посеять сомнения какие-то, допустим, в жизни человека. Самое главное, заставить человека думать своей головой в этот момент. Заставить думать, об этом ли говорит Иисус здесь. Наверное, даже начать можно с других каких-то мест Писания даже, более таких вот цепляющих за живое. Вот, допустим, для меня очень важно в разговоре с православным человеком, религиозно грамотным, является, вот, допустим, убедить его вот в том, что только лишь Иисус есть первосвященник ходатай. В соборе Владимирском в Киеве, я иногда так партизанил, приходил так, проповедовал тайком. В какие-то храмы, в рясе, захожу в черной рясе, такой с крестом на груди, зашел, стою себе, значит, и одна бабушка подошла ко мне, она там работает, и она говорит, батюшка, а у нас там мощи такие-то, правда, закрыто уже все, но я давайте вас проведу туда. Я говорю, нет, спасибо, мама, говорю. Она говорит, матушка, говорю, спасибо. Она, да нет, ничего, не, мне даже за счастье, вот я вот вас проведу туда. Я говорю, нет, спасибо, я этим не занимаюсь. Я говорю, другая ориентация вообще, батюшка. Стала духовной. Я стал объяснять это бабушке. И там другим собрались они все вокруг меня, эти женщины. Я давай им политику партии, как говорится, вталкивать. Я им стал говорить, говорю, знаете, говорю, матушке, говорю, вот при всем уважении к этим мощам, там все, значит, я говорю, ну, меня никак это не прельщает абсолютно, я говорю, только лишь Богу молюсь вообще. Давай им рассказывать о том, что Иисус Христос есть первосвященник, ходатай. Если бы зашел бы в гражданском, я бы, наверное, другой был бы эффект. Но они, понимаете, видят батюшку и слушают, и головой машут, а сами там задумываются, и вдруг мозги включаются. Большинство православных при встрече с батюшкой мозги выключают. Я знаю это. Значит, ну, нет, не то чтобы совсем, ну, как бы в режиме таком, знаете, вот, ну, как ожидание, да, значит, как бы, вот, значит, но когда включаются они, я люблю эти моменты. Значит, и начинаю говорить, они, ну, я говорю им, что, значит, и так, и сяк, значит, со всех сторон из Писания. Я говорю, бабушки, пожалуйста, молитесь там не Екатерине, ни кому-то еще из святых, значит, ну, это же люди, говорю, значит, а вот Иисусу Христу ни в ком другом нет, говорю, спасения, значит, ну, так объясняю, так по-доброму, по-хорошему, как бы, как свой среди своих, как бы. А, значит, одна из этих бабушек, ну, она такая, видно, авторитетная такая, мамушка, мама там, она, значит, сказала, батюшка, у вас слишком упрощенная вера. Я был в шоке. Думаю, да, интересно, вера упрощенная, в их понимании упрощенная вера. Да,
Что бы они сказали бы о вере апостолов, да, что бы они сказали бы о вере первых христиан, вообще о Евангелии. Упрощенная, слишком упрощенная вера. Да, но как в том фильме старом, классическом, да, Айболит 66, нормальные герои всегда идут в обход. Пытались вот так вот по болотам, по морям каким-то пройтись. Хотя есть прямой путь, который есть Иисус Христос. Да, надо заканчивать, я хочу еще. А верите ли вы в знание бесов? Да, как говорится, и гнал, и буду гнать их. Значит, написано там, да, место описания, значит, по поводу всевозможных видов, как бы, классификации бесов, да, и знаний их. Вообще скажу, что, значит, встречался с некоторыми духами, значит, религии. Некоторые духи я просто знаю, как бы, есть особый почерк духов религии, православных духов, допустим, нечистых этих, потому что сам был именно шпигован когда-то, значит, и когда получил освобождение, то у меня чутье на вот этих как раз нечистых этих бесов. И духи, вообще, реформация православия, это еще не только идеологическая работа, это еще духовная работа большая. Потому что здесь стоят духи, которые реально контролируют. Многие протестанты недооценивают эту проблему. Думают, вот достаточно проповедовать православным, сказать им правду и все. Не тут-то было. Многие наталкиваются на такую стену, что даже человек, как бы, мало что зная, но дух, он другой. Дух смерти в православии очень сильный. Кроме духа смерти, вот дух монашества связан с духом смерти очень, очень сильно. В общем-то, я понимаю, что в спецслужбах тоже не дураки сидят, зная, что это духовные проблемы, которые держат людей на коротком очень поводке. Значит, дух инквизиции, я так его назвал условно, но с ним приходится тоже сталкиваться. Первая, самая незабываемая встреча такая с ним лицом к лицу была, значит, где бы даже не подумал бы, в поезде. Я себе ехал с Москвы, значит, и просто получилось так, там плацкартный вагон, и вот в своем этом отсеке, купе, там я, значит, начал разговаривать с людьми, ну, так, слово за слово, я больше отвечал на вопросы, как бы. И, а с других там соседних попросили, а вы не могли бы погромче, чтобы я могли тоже послушать, нам тоже хочется послушать вас. Я дал погромче, уже включил громкость, и там проповедую, значит, ну, народ слушает, как бы, все хорошо, но у меня появился такой оппозиционер. Значит, ехал в этом же вагоне один монах какой-то. Значит, и он на другом конце был вагона, он там улегся на полочку себе. Значит, ну я вкратце скажу, мы уже заканчиваем сейчас. Так вот, этот монах подошел в конце уже, когда все уже разошлись уже, ну или уже спать уже в основном. Люди уже за полночь было дело, ну или к полночи ближе. Так вот, он сел возле меня, а со мной рядом нижняя полочка была свободной. И он сел возле меня и говорит мне, я не пойму, кто вы такой. Вроде и православный, вроде и сектант. Как бы, чьих будешь, как бы. Я ему давай издалека там рассказывать, кто я такой. Значит, и вы знаете ли, в этот момент мой собеседник, до того нормальный гражданин себе, глаза вдруг у него ненормально становятся, металлические такие, как бы стекленеют и слегка закатываются. Голос его меняется, голос становится грубым, с металлом каким-то аж в звучании. Очень противным таким, и не громко, но, понимаете ли, вот так вот, жуть такая, говорит мне, значит, таких, как ты, говорит, раньше сжигали, правильно делали. Я понимаю, что никто, не он заговорил, это уже в нем заговорил, и я понял, что это дух этот инквизиции. Это такая зараза, которая вот просто так ее не возьмешь, значит, знаете ли, не изгонишь даже. Здесь есть специфика некоторая, знаете ли, и я стал говорить о крови Христа, стал говорить о жертве Христа. Сколько я говорил? Я не знаю точно, но не меньше 2 часов это было точно, может быть, по 3 часа где-то примерно. Я говорил только лишь о крови Христа, о жертве Христа, и в конце уже говорил, да, где-то уже ближе к концу этого всего, он не перебивал, он просто парализован, этот дух, когда я говорил о Христе, и вместе с ним был парализован мой собеседник. Он просто, вот вроде бы он и спит, и не спит, и сидит, и не сидит, вот в таком был состоянии. Наверное, со стороны было очень так глуповато выглядело все. Значит, человек вроде как дремлющий, и я ему, значит, все это говорю. И потом, в один момент, да, я понял, что нужно духа изгонять этого, но без шума, без пыли, потому что люди уже спят, уже добрые, знаете ли. А представьте, если начнется проявление, там, значит, там, как бы, кого еще перепугаем. Поэтому
значит, запретил дух управлять себя вот таким как бы образом истерическим. И вот, значит, и в один момент, уже ближе к концу этого всего, вдруг я как бы даже, ну, физически это было заметно, он вздрогнул, так серьезно вздрогнул. В этот момент я понял, дух ушел. Ему стало тошно просто-напросто. Когда об этом говорится много, ему просто тошно. Он терпеть не может этот дух, когда говорится о жертве Христа, о крови Христа. И он покинул этот плацкартный вагон. Значит, и дальше. Самое интересное, мой собеседник встрепенулся, глаза его как-то вот так прояснили. Он как-то так уже с интересом так сидит, слушает, так вот уже, знаете, вот не спорит, ничего, так сидит, слушает так. Ему так интересно, вопросы стал задавать. Вот. И мы с ним расстались так друзьями, так хорошо. Рано утром, мы почти не спали-то. Он вскакивает, значит, ко мне бежит, значит, там, значит, все, а уже вот перрон, скоро уже выходить, уже надо уже. Он достает коробку конфет, достает, вот, пожалуйста, чай попьете, может, вот, вот если бы, вот так здорово, что вы мне все это рассказали, вот если бы в нашем монастыре бы это все рассказать бы, вот это так нужно, вот, братьям бы, услышать бы это, понять бы это, вот, я думаю, надо же, человек с бесами, ужасный человек, хотел меня сжигать на костре вечером, а утром конфетами кормит. Без бесов хороший человек, оказывается, он сам по себе, ну, добрый человек сам по себе, вот без этого духа. Знаете ли, я еще коротко ему что-то сказал, ему говорил о Христе, что он держался Иисуса Христа, значит, и не слушал никого, а только Иисуса Христа слушал и держался его. И вы знаете, значит, и, конечно, он поехал в свой монастырь, я не знаю, что там было дальше с ним, значит, но, по крайней мере, знаете ли, понемногу слово сеется. И вот этот дух, он себя проявлял. Сегодня, конечно, время не то, бодливой корове Бог рогов не дал, да? Сегодня на кострах не горят братья за слово Божье, но когда-то это было так. В христианской Испании больше 500 лет подряд лишь за хранение какой-то книги из Библии полагалось смертная казнь через сожжение. В христианской Испании, не мусульманской, не атеистической, не коммунистической, христианской Испании, вот так вот. Да, что еще? Скажу, что работа у нас не почтовый край впереди, но Господь с нами, а если Он с нами, то все равно кто против нас. Как? О посте, про пост. Но спрашивают так называемые православные люди, знакомые, как они должны поститься, что только грибочки можно кушать. Я стал объяснять главу 58 Исаии. Но нужен переход из православного мышления к возрожденный дух. Или как-то правильно, или кратко просветить. Ведь аж хочет кушать грибочки, а не развязывать узы ярма, накормить голодного. Ну да. Вообще о посте в православии больше суеверий, даже чем учений. Вот то, что современное учение церковное о посте православное, оно взято было с монашества. Монашество, взяв власть в свои руки когда-то в древности, оно стало диктовать условия церкви и превратило всю церковь, по сути, в такой мини-монастырь, подобие монастыря. Это касалось и постов, и постных дней. Поэтому в православии вот не разработана сама вот идея поста. Для чего это? Зачем это? Хотя есть учителя. Допустим, Александр Мень, он попытался максимально библейски, евангельски для православных о посте говорить. Кстати, его беседы, они мне очень нравятся. До сих пор я вот обычно православным рекомендую эти беседы. Хотя многих православных пугает слово, само имя Александра Меня. Потому что во многих епархиях он запрещенный автор, диссидент, как бы, и даже в некоторых семинариях его там книги сжигали, значит, считали их ересью. Но этот человек, да, он еврей, он православный священнослужитель, он два в одном, да, из именно, будучи, кстати, я знаю евреев-священников православных в России, в Украине, и скажу, что, ну, это очень хорошо, когда еврей становится священником православным, потому что он копает всегда глубже, вопросов задает больше и думает чаще. И поэтому, я думаю, реформация вот в 21 столетии тоже будет где-то как-то связана с евреями внутри православной церкви. Потому что еврейский ум, он никогда, как правило, поверхностным не удовлетворяется. Он всегда хочет чуть поглубже, хоть на пол штыка, но поглубже копнуть. Вот, и поэтому, благодаря этому-то вот как раз везде, где еврей, он входит, да, он приносит какую-то долю реформации. Даже сам там не подозревая вообще.
даже личными вопросами своими, он уже производит какое-то действие какое-то. Я знаю православных священников евреев, которые даже контрреформаторы вообще-то, не хотят реформации в церкви, но они сами не понимают того, они разжигают реформацию, они больше думают, они больше вопросов задают. Но Мендель, Александр, он был сторонником такой эволюционной реформации, поэтапной реформации в церкви, но я более сторонник революционной реформации, значит, по крайней мере, в вопросах вероучений. В обрядах в богослужебной стороне, да, я могу быть сторонником тоже эволюционной реформации, но вот в том, что касается, знаете ли, спасения, в том, что касается именно первосвященства Иисуса, здесь нельзя ссылаться на эволюцию в реформации. Почему? Потому что легко верить, сидеть себе на приходе и думать, вот лет через 300, через 500 церковь постепенно, поэтапно как бы придет к этому пониманию, и люди будут спасаться православные. Но, позвольте, Бог не спросит с меня за тех, кто будет через 500 лет проживать после меня. И по большому счету, мне важно, что сейчас здесь происходит, сейчас с нами, и мы не знаем, будет ли у нас в запасе столько лет вообще-то. Блажен, кто верует, конечно, но все-таки, судя, если брать реальную историю, да, и события сегодняшние, мы как бы не можем предполагать, что у нас будет столько много впереди времени. Как бы слишком жирно будет для нас, значит, скажу так, и шикарно слишком. Но я скажу, что даже если бы впереди там столетия, тысячелетия, хорошо, но мне важно сегодняшнее спасение, сейчасшнее спасение. Поэтому вот такая ну, ересь, по-моему, как эволюционная реформация в спасении, как бы церкви постепенно, поэтапно, она ну, в чем-то греет сердце, но по большому счету это ересь. Потому что сегодня день спасения. Сегодня Господь с нами. Помолимся. Отец, благословен Ты, Бог наш, благословен Ты, Автор церкви, благословен Ты, Творец истории вообще, всей истории. Благословен Ты, сохранивший Господь Израиля, благословен Ты, сегодня приводящий к покаянию многие-многие души, евреев, неевреев, всех. Бог всемогущий, Тебе вся слава и хвала. Я прошу Тебя, Господь, пусть и в православии, в католицизме, в других христианских деноминациях, Боже, протестантизме, пусть, Господь, Твое движение будет большим и большим. Более христоцентричным, Господь, пусть священство взирает на Тебя, Господь, пусть Слово Твое, оно проповедуется в храмах, Господь. Спасибо Тебе, что истина Твоя освобождает, спасибо за свободу через Слово Твое, спасибо за эту благодать, Боже. Благословен Ты, Бог наш, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Шалом, друзья.